Буквально пару недель назад на исполкоме мы приняли решение о том, что 153-й и очень знаменитый маршрут, он перестает существовать в городе Мариуполе. Ну, казалось бы, это плохое, наверное, решение. Но, с другой стороны, как на это посмотреть? На мой взгляд, это хорошее решение. Потому что этот маршрут теперь будет коммунальным маршрутом. И на этот маршрут станут вот доезжают сейчас новые комфортабельные автобусы с низким полом, с кондиционером салона пассажира, водителя. Вот они приедут, и 12 новых автобусов, 12 новых троллейбусов с интервалом 7 минут поедут по 15-му маршруту, тем самым заменят 153-й маршрут. И люди увидят уже новый транспорт, то есть качественно новый, то есть поднимется качество. С этих маршрутов их никто никогда не выгонит. Это второе. И третье, что он будет ездить по графику, не нарушая этот график с интервалом 7 минут.